Здравствуйте, друзья! Рада нашей встрече! Сегодня вместе с вами хочу приготовить чудесный осенний бальзам. Густой, ароматный и витаминный. Для него нужны доцветающие сейчас травы и дикая осенняя ягода. Душица из сада. Тимьян и клевер собрала на природе. Ноготки из сада, а также калина, не бойтесь ее добавлять, она не испортит вкус, боярышник, шиповник, за неимением терна чернослив. И черноплодка. В соотношении шиповника по объему столько, сколько в сумме всего остального. На дно банки кладут цветы, чтобы не всплыли, а следом все остальные ягоды. Стекло банки бликует, но надеюсь, что видно. Завершаю заполнение банки шиповником. На полуторалитровую банку добавляю неполную столовую ложку сахара и залью все 40-градусным алкоголем. Опыт показывает, что на коньяке вкус бальзама благородней. Закрою крышкой и уберу экстрагироваться на месяц-полтора в темное теплое место. Потом солью, и бальзам готов. Всего вам доброго!